Снова здравствуйте. Короткое видео о том, как я реанимирую зигапиталум. Это пробный вариант. Я с ними общего языка не находила. Тут достался мне кусочек зига. Даже какой цвет не знаю. И вот, собственно, посадочка. Вот такой кусочек. И вот на заднем плане еще одна бульбочка. Я ее подкинула. Подкидыш к Вальке. Вот здесь, вот внизу, проснулась почка. Пока садить не буду. Вот здесь у Вальки сверху мох. Я его брызгаю. Буду надеяться, что влажности ему хватит. В смысле, подкидышу. А здесь... типа закрытая система. Вообще я это дело не люблю. Вот внизу водичка, пенопласт. Ну и здесь смесь археаты. И здесь я вижу есть кока-чипсы. Вот такой вот товарищ. Посадила я с тем учетом, садила, чтобы посадить и забыть вообще. Танцевать с ним у меня сейчас пока возможности нет. Ну и вот первый корешок. Я надеюсь, он все-таки адаптируется. Я его смогу вычухать. Посадила я его в конце января. В общем, буду наблюдать. Пока ничем не обрабатывала. А, кстати, перед посадкой замочила я... в биоросте, и все, больше я его не трогала. Вот посадила и забыла. За 2 недели вот наклюнулся корешок. В горшке пока пусто, ничего не видно. Ну, будем наблюдать. Наблюдайте, и вы со мной, может, что-то получится. Поделюсь маленькой победой. Получала я от Дианы с Киева, с теплицы, тапки. Все пыталась найти к ним подход, но думаю, не получится, то и не получится. У меня их 3, и вот один наконец-то показал результат. Я очень довольна, очень рада, что я все-таки к нему вроде бы как нашла подход. Ну, в принципе, ничего сложного и не было. Вот такая вот посадка. Внизу пенопласт. Обрезала бутылку. Высокий такой горшок получился. Внизу кора покрупнее. Сверху помельче. И мох. Не просыхает никогда у меня до хруста. Постоянно влажная. Брызгаю по краю горшка. Ну, у меня, напоминаю, холодно. Поэтому особо быстро он и не просыхает. Так. Вот его название. Боже, как хорошо, когда солнышко. И вот результаты. Вот один корешок. И вот еще 2. Ну, красавчики. Смотрите, волосатые какие. Очень прикольные корни. И очень радует то, что они у меня уже начали расти. Вот так. Вроде бы розетка такая невзрачная, а корешки прикольные. В общем, я рада результату. Буду надеяться, остальные тоже адаптируются хорошо. Пока-пока.